Сегодня 10 августа 2022 года. Меня очень хорошо встречают, уважают. У меня уже очень много друзей здесь, близко. И надеюсь, что это будет не последним. Нашу сегодняшнюю страну. Еще раз спасибо. Еще раз спасибо. Отметить, что подобную процедуру акционерное общество «КГСПО Читасы» продолжит выпускать почтовые марки в честь выдающихся личностей Кыргызстана и мира. А марка в честь Абдулманапа Нурмагомедова навсегда останется первой. Поздравляю всех кыргызстанцев, а также почетных гостей с этим событием. Спасибо.